Нет, я тебе уже говорила, что мы не звери. Но ключник все равно их приносил. Так ему велели. Очередной монстр. Я же просила тебя перестать. Этих двоих тут и так слишком много. Кот и пес — это твоя компания. А он будет тебя стеречь и заботиться о доме, что бы ни случилось. Еще недавно я хотела знать, что там у тебя в голове. Думала, что смогу тебе помочь. А теперь меня уже не волнует, что ты думаешь и что чувствуешь. Я ничего не чувствую. А у меня нет сил даже ненавидеть тебя. Выйди, Ольгерт. Я не хочу больше тебя видеть. Ольгерт фон Эверек не понимал, что мы никогда не сможем его заменить. Тень его призрака есть в каждом воспоминании госпожи Ирис. Мы приближаемся к концу путешествия. А что в конце? Самый большой страх Ирис фон Эверек. Ольгерда Ирис. Я хотел бы так же ловко владеть словом, как саблей. Особенно теперь, когда в моем сердце лишь пустота. Я вижу, как ты на меня смотришь, и вижу, как ты угасаешь. Я не могу тебе помочь, но постараюсь не причинять тебе вред. Эти письмо и розы моих прощания. Оставайся в здравии. И помни только то хорошее, что ты. Ольгерд. И мои желания, и
Дэнион. Подожди, я хочу поговорить. Не в этом месте. Да. Я думала, что он вернулся ко мне. Кто ты? Дух? Наваждение? Я печаль. Я ищу фиолетовую розу, которую Ольгерд подарил тебе. В тот день, когда я видела его в последний раз. Я засушила ее и держала в спальне возле кровати. Целыми днями я лежала и глядела на нее до тех пор, пока она не истлела. А вскоре и я. То есть розы больше нет? В этом мире есть. Посмотри. Ты похоронил мое тело. И цветок... вновь расправил лепестки. Я все спала глубоким черным сном. И только сейчас пробудилась, как моя прекрасная роза. Скажи мне, Ольгерд здоров? Как ему живется? У твоего мужа есть могущественный враг. Ты знаешь Гюнтера Удима? Я проклинаю день, когда узнала это имя. Кто такой Удим? И как он вмешался в вашу жизнь? Это ради меня Ольгерд вызвал стеклянного человека и пожелал себе богатства, а потом вечности для нас обоих. Ольгерд расправится с Адимом, правда? Скажи, что с моим мужем? Твой муж ищет все более сильных ощущений. И искушает судьбу, потому что в глубине души он несчастен. Сердце из камня. А значит, ничего не изменилось. Скажи... Ольгерд вспоминал обо мне? Что он говорил? Немного. А я не спрашивал. Он просто прислал меня за розой. Роза? Это все, что у меня осталось. Его прощальный дар. Мне показалось, что эта роза для тебя важнее, чем просто память. Я так мало помню. Но когда я думаю о моей розе, я могу вспомнить то, что было. Мир вокруг меня становится настоящим, а я замечаю и узнаю вещи вокруг. Вспоминаю, кто я и кем была. Мой друг рассказывал мне о чем-то подобном. Ты связана с розой сильными эмоциями. И цветок — это то, что у ведьмаков зовется шпилькой. Он приковал тебя к этому миру. Как пришпиленное насекомое. Это ужасно.
Ты должна знать, что если я заберу Розу, то ты, быть может, перестанешь существовать вместе с этим призрачным миром. И что тогда случится? Буду я свободна от страданий и печали? Или меня ждет пустота? Не знаю. Я не хочу больше страдать. Но я боюсь, что потом только холод и тьма, а в конце нет уже ничего. Мне нужна твоя роза. Можешь ли ты мне ее отдать? Она такая хрупкая. Края лепестков порозовели, как в тот день, когда я получила ее в подарок. Не хватает только капли росы, которая скатилась по листу, когда я взяла ее в руку. А может, я поранила палец о шип, и это была кровь? Не помню. Знаешь, я никогда не читала того письма. Мне было незачем. И незачем было хранить цветок, который он мне оставил. Я приняла решение. Я отдам тебе розу. Наша служба окончена. Благодаря тебе мы свободны, незнакомец. Прежде чем мы уйдем, прими совет. Не стой на пути у того, кого называют стеклянным человеком. А если все же решишься, ищи спасение в зеркале, которое нельзя разбить. Зеркало, которое нельзя разбить? Прощай. Ирис фон Эверик, я буду помнить тебя. Это уже не важно. Прощай.